Сегодня в Мариуполь прибыла колонна гуманитарной помощи 14-го рейса Рината Ахметова. Грузовики доставили почти 400 тонн продуктов. Они предназначены для жителей прифронтовых городов на территории подконтрольной Украине и для переселенцев, проживающих в этих населенных пунктах. Куда именно отправят помощь в первую очередь, расскажет Юлия Меншакирова. 22 грузовика отправляются из Днепропетровска в утреннем тумане. Водители фур, в основном мариупольцы и дончане, говорят, к опасности уже привыкли. Что делать? Приходится ехать, потому что людям же тоже надо питаться. В грузовиках, кроме продуктов для формирования наборов для взрослых, детские смеси и пюре. Все это доставят в прифронтовые города, жители которых уже несколько недель под обстрелами. В Мариуполь приехало 25 тысяч продуктовых наборов. Эти машины содержат полный набор. Здесь тушенка, макароны, крупы, сгущенное молоко. Все то, что люди получают в продуктовом пакете. Все эти продукты предназначены для переселенцев и для жителей городов, которые находятся на линии огня. Продуктовые наборы из Мариуполя доставят туда, где сейчас людям труднее всего. В Авдеевку, Дебальцево и Тельманово. Жители Марьинского района будут получать помощь в Курахово. В Донецкой области из-за обстрелов по-прежнему остается закрытым пункт выдачи в Горловке. В самом Донецке работают практически все пункты раздачи. Жители Петровского района и поселка Октябрьский, где ведутся интенсивные обстрелы, получают помощь в соседних районах. Обстановка в последние дни в городе только ухудшается, говорят дончане. Просто ужас какой-то. Голодаю. Терпим. Крутимся и выживаем. В среднем за день в донецких городах-спутниках волонтеры выдают около 11 тысяч продуктовых наборов. Гуманитарная помощь спасает в первую очередь пенсионеров. Помогает хорошо, потому что мы полгода не получали пенсию, зарплаты не дают, поэтому хорошо. Помогает. В конце этой недели еще одна колонна с гуманитарной помощью отправится в Донецк. Всего 14-й рейс Рината Ахметова доставит на Донбасс почти 4000 тонн продовольствия. А это четверть миллиона продуктовых наборов для мирных жителей. Юлия Меншакирова, Анастасия Галкина, Владимир Конопля. События, канал «Украина».